Всем доброго времени. Сейчас мы будем делать черную чистку солью и огнем. Сейчас будем чиститься, да, вычищать энергию и ваши проблемы. То есть напоминаю, да, опять же, что все мои работы, да, это с темными силами практически. Вот. И за каждый ритуал тут оставляется откуп. Сейчас мы будем чистить ваши проблемы. То есть можно загадать какую-то определенную проблему. Можно загадать просто какие-то, да, ситуации, которые вас сейчас волнуют. Здесь будет чиститься какая-то определенная проблема, да, и автоматически уходить то, что как бы на вас навалилось, вот эта чужая энергия, да, какие-то сглазы, такие небольшие. Все будет сейчас очищаться. Я буду чистить человека, которого вы просили. Вы будете загадывать себя. Минуточку. То есть сейчас в данное время называем свое имя. Чистка, несмотря на то, что она, да, как бы кажется, может, на вид простой, на самом деле не такая простая. Можете загадывать человека, которого нужно почистить, не обязательно себя. Можете человека, вот, которого вы хотите, да, там, ну, избавить от каких-то проблем. Вот. Загадываем сейчас себя. Внимание, ритуал является черным, да, то есть и здесь после просмотра по всем правилам оставляете откуп. Если вы не можете оставлять, то лучше, конечно, здесь уже оставлять через практику. Поехали, смотрим ритуал.
Все, чистка у нас произведена. Так, смотрите. Ту человека или ту проблему там вашу, там, может, чужого тут человека вы загадывали, да, тут неважно. Смотрите, здесь чистка подразумевает и ментальное тело, духовное, физическое. Ну, конечно, если у кого-то прям серьезные какие-то порчи, то да, тут может быть. И 100%, 10% симптома вам снимет, да, это все. Вот, но не более. То есть, если у кого-то прям серьезные порчи, и вы это чувствуете, вот, то здесь уже как бы нужна личная диагностика и серьезно этим вопросом заниматься. Тут, в принципе, тоже серьезный ритуал, но прям вот если у кого сильная порча, то, конечно, лучше идти на диагностику. Смотрите, далее, что я хочу сказать. Посмотрели, то есть пошли по всем правилам, оставили откуп. Если вы не можете, да, то есть не понимаете как, то лучше, конечно, опять же, я напоминаю, да, вам оставлять через практику, потому что это баланс, то есть это откуп, это благодарность. То есть, опять же, да, я не устану это говорить, чтобы люди понимали. Просто потом девочки говорят, да, вот все хорошо, там ритуал сработал, все прошло отлично. А потом они там говорят, что типа вот все сработало, а потом как откатом. Но откатом это потому, что откупы нужно оставлять за любую чистку, потому что высшие силы идут нам на помощь, да, они не поворачиваются к нам спиной. А некоторые люди поворачиваются тут спиной и не оставляют откупы. То есть это своего рода тоже нехорошо, потому что не то, что, да, вот многие смотрят видео и говорят, а почему вот надо оставлять эти откупы, да, ну а как, а вообще-то вы, можно назвать вас серьезным, да, человеком, если человек, который смотрит вообще, да, видео магического плана, не оставляет откуп, забивает, простите, хер и живет дальше. Так не получится. Высшие силы не будут вам помогать. Черное колдовство — это дело серьезное. Вы думаете, что вы, когда захотели, тогда и обратились к высшим силам, да, за бесплатно? Бесплатно бес платит. Я уже говорила, я уже предупреждала, что бесплатно бес платит. На 1, 2, 3 вопроса, как там вам отвечают ваши шарлатанки, это отвечают действительно шарлатанки. Настоящие ведьмы знают цену своей силы и знают вообще цену, да, всему. Вот, поэтому как-то нужно, ну, быть серьезными людьми. То есть, когда мы работаем, вот, да, я иду на погост, там любые другие практики, да, то мы понимаем, насколько это все серьезно. Даже вот некоторые девочки, которые смотрят меня, которые далеки от магии, они понимают, что такое благодарность. То есть люди неблагодарные всегда будут жить хуёво, всегда будут жить в нищете, потому что они не знают, что такое благодарность, они не знают, что такое, ну, щедрость. Они сами не щедры, они неблагодарны, они забивают хуй. То есть еще меня удивляют те люди, которые лезут вообще в магию, ничего не понимая, да, в этом вопросе. Ну, то есть любой ритуал, он должен быть с откупом. Чистка, да, вот как бы вот парчевой особенно обряд, приворот. Это все оставляется с откупом. Вы посмотрели ритуал, да, сейчас произведена была чистка солью, огнем. То есть вы должны оставить откуп. То есть, да, прям реально должны. Не обязательно это делать мне, как вот многие говорят. А что именно вам, можете сами это оставить. Но если вы не знаете, конечно, лучше через практика. Потому что, ну, неправильный откуп карается тоже откатом. Не у всех есть дар оставлять правильно откуп. И, если честно, не у всех они принимают. Каждый встречный поперечный... Ну, тоже не может оставлять откуп. А вот. И вот там была женщина одна, которая смотрела мои ритуалы. Она умерла. Она умерла, потому что она ебанутая.
может, сейчас кто-то испугается, почему она умерла. Ну, потом мне написала ее дочка, да, что она померла, как собака вонючая, и мне ее не жалко. Почему? Потому что она смеялась над высшими силами, там она оставляла мне хуевые комментарии. Я на нее, конечно, ничего не делала, но она просто смотрела, ритуалы работали мои все, да. Вот, она так исцелилась от одной болезни, исцелила сына, а потом сдохла. Вот, бесы взяли откупы свои, и я считаю это правильно. Она смеялась и говорила, что откупы — это бред. Она посмотрела ритуалы. Если он есть в доступном доступе в Ютубе, то она будет смотреть, и ей похуй, как она выразилась. Ну вот уже как бы год в могиле лежит, гниет. Поэтому имейте уважение. Это не угроза, это не какой-то подтекст проклятия. Это я вам объясняю, что так нельзя. То есть, если не ведьмы накажут, высшие силы накажут и возьмут откупы, вы не можете идти работать и заказывать у темных ведьм что-то за даром. За даром? Ну, ничего не бывает даром. Все, я всем желаю добра. Чистка, которую вы посмотрели, очень сильная. В течение 5 дней вы получите облегчение. Я всем желаю здоровья, всем желаю счастья, денег, ума. Вот, это тоже главное, без ума, ну, как бы, мне кажется, трудно прожить в этой жизни. Вот, и будьте адекватными, вот. Будьте, главное, самое главное, адекватными, а не как дебилы некоторые, пришедшие ко мне на канал. Вот. Ну, вы видите, да, этих дебилов там многих можно увидеть в комментариях. Все, всем добра, до свидания, пока-пока.